пенсионеров, у кого есть деньги, а то есть у кого хорошая пенсия, они перечисляют, вот для полного обеспечения живут. Это было давно. Шведская Вален, это французская фамилия. Гриевис, это вообще непонятно. Вот три семьи тут живут. Да, вот эта правая сторона, видишь, сохранилась. А слева дурацких общежитий понастроили. Вот, смотри, это вообще. Черепица. Такая старина, да. Черепицы. Да. Вот водослив тут современный, забацан. Элисберг, да? Живут. Единственное, где-то могут быть эти. Вот, вот, видишь, у него, смотри, значок висит. Еще со старого дома. Забацали повыше, никто не снял. Ну, здесь мужская мастерская, не знаю. Да? Да, точно, там какая-то мастерская.
хочешь тут жить, терпи неудобства туристов. Но я вообще вот в этом районе никогда и не был. Как ты даже понять не можешь, что сейчас вполне что-то. Поднялись на вершину практически. Вот все расширяется. Вот тут вот передающие локаторы. А это что тут поджигали все. Вон уже мост близко, так мы половину пути просто пошли. Ты сначала пробуй, чтоб не скользила. Альпинисты, да. Любители альпинисты. Ступеньки, да? Но все равно смотри осторожно. Камни острые. Да. Не беги, не беги. Похоже, эта скала как есть не срезанная, а вот эти вот поработали подкладку. Если бы это была настоящая кладка, невероятный труд, что это была сплошная скала, вырезана подкладка. Бургер Кэмпинг. Музыка. Обалдеет. Смотришь, да, еще не сезонный. Вот же они там все, видишь? Да, да. Спустят их скоро.
да, перепутать. Ну вот, все яхты скоро так опустятся сюда. Ой, а высоко? Да. Ну да, он, наверное, километр. Прямо думаю. Со знаками люди идут прогуливать в эти машины. Ну, мы прошли километра два, наверное, да? Или от три. Хьюстона? Да. Да пять, наверное. Да нет, пять. Внутри вон максимум. Метро идет, видишь? Да, да. Оттуда вот мы шли. Да. Нет, два, каких-то два, Юрий, правда? Пять хочешь, да? Ну ладно, пять мы пошли, так и быть. Надо пустить. Крупным планом. Как увидишь? Вот, это самое... Высшая точка этого это моста. Новобрачный, наверное. Ну да. А я раньше там не видел, по-моему, так давно это не начали строить. Уже такие старые. Да. Ой, так опасно, она туда подплывает, да? Профессионалка. Одна. Да? Сейчас покажу. Вот отсюда эта точка. И пошли вот так вот. Мы шли, шли, шли. Все пешком. Сейчас против солнца будет плохо видно. Вот так мы все шли. Вот. И через вон там мост. Сейчас увидим через этот мост. Мы вправо, вправо, вправо. И пришли сюда. Видела, завис вертолет. Сейчас я попробую увеличить. Вот вертолет завис полицейский. Прямо над зданием парламента. Полицейские машины там опять же это сигналят. Значит, какой делаем вывод? Путин уже неделю как исчез. Вот. А тут нет, смотри, какое-то событие происходит. Нет. Наверное, он просил убежище в Швеции.